Здравствуйте, Эдуард. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм и диафрагму от 2 до 32. Внимательно посмотрите, пожалуйста, таблицу поправок и ее описание. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик по нашей инструкции. Вот, и поэкспериментировать с таблицей поправок также. Сейчас я упакую ваш одуванчик и схожу на почту, отправлю. Вот он, ваш одуванчик. По опыту отправки в Израиль, я, наверное, не буду класть вам суперклей, чтобы у таможни Израиля не возникло лишних вопросов, потому что предыдущая посылка, в которую я вложил клей, пролежала на таможне больше недели, и спрашивала таможня у получателя, что в посылке. Вот поэтому, чтобы избежать таких вопросов, я клей вкладывать не буду. Вы всегда сможете купить любой суперклей, который имеется в продаже у вас.